Издание Daily Mail передает: в ночь с 28 на 29 апреля над проливом Ла-Манш исчез с экранов радаров самолет-заправщик ВВС США. Boeing KC-135R стратотанкер вылетел из Амьена на севере Франции. В 0 часов 5 минут по местному времени самолет исчез с экранов радаров и связь с экипажем прекратилась. Командование ВВС США пока не дает комментариев в связи с этим инцидентом. Подобный тип самолетов ВВС США используют с 1950 года для поддержки бомбардировщиков стратегической авиации. В 2013 году такой же Boeing KC-135R ВВС США разбился в горах Кыргызстана. После аварии исследователи обнаружили неисправность в системе управления самолетом.